После ухода транспортной компании «Рантранс» три маршрута, курсирующие в городском округе Люберцы, перешли в «Мострансавто». Муниципальный перевозчик взял на обслуживание маршруты 3 восьмерки, 12.27 и 12.30. Проведя анализ пассажиропотока по этим направлениям, было принято решение увеличить количество рейсов. Так, от ЖК «Самолет» до торгового центра «Садовод» курсируют 23 транспортные единицы, 19 автобусов малого класса и 4 большого. Наша задача, конечно, это обеспечить перевозки пассажиров, качественно выполнить и оказать услугу. И на сегодняшний день, понимая вот эту ситуацию, мы мониторим ежедневно пассажиропоток. И при увеличении количества пассажиров будут приниматься решения в части увеличения и количества выходов на маршрутах. От компании «Рантранс» мы получили 82 единицы транспортных средств, которые выезжают на маршруты. И в части вот усиления мы ежедневно до 10 автобусов большой вместимости направляем на маршруты, которые обслуживаем сегодня от компании «Рантранс». Каждый водитель, выезжая на линию, получает ручной терминал для оплаты проезда, а автобусы большого класса оборудованы стационарными валидаторами. Руководство «Мострансавто» призывает пассажиров отказаться от наличного расчета. Это необходимо для объективной оценки пассажиропотока на общественном транспорте.